Соблюдение закона и предписанных мер – это обязанность не только граждан, но и предприятий города. За этим следят как добропорядочные граждане, так и административная комиссия Десногорска. 9 апреля на очередном заседании комиссии в администрации города было рассмотрено 8 протоколов об административных правонарушениях. Уже традиционное нарушение тишины было дополнено нарушением правил парковки автомобиля во дворе жилого дома. Эти случаи были представлены 4 протоколами. Это как рецидивные нарушения, так и случайно неосмотрительность жителей. Тем не менее, понесли ответственность все. От предупреждения до штрафа размером до 4000 рублей. Административная комиссия выносит вам штраф 4000 рублей. Исходя из того, что вы не оплатили первый штраф, и вот мы здесь рассматривали, и решением другого не смогли понять. Дисциплина торговых предприятий – важная составляющая порядка и безопасности в городе. Это касается и уборки прилегающих территорий в зимнее время года. Наледь и снег на территории магазинов не только портят вид города, но и могут привести к травмам прохожих и покупателей. Это теперь знают и 4 магазина-нарушителя. Торговые предприятия Десногорска были оштрафованы на суммы от 300 тысяч до 400 тысяч рублей. Я думаю, что мы не предвзято относимся ни к юридическому лицу, ни к фамилии, ни к имени и так далее. Мы смотрим по факту, есть нарушение или нет нарушения. Наказание рублем – крайняя и вынужденная мера. Члены административной комиссии ставят своей задачей соблюдение закона, а не назначение штрафов. Но, к сожалению, иногда только таким способом можно навести порядок в городе. Олег Соловьев, Юлия Соболева, Светлана Разганова, Десна ТВ.